Костик, давай, давай. Давай, давай, раздевайся, Костян. Я готов. Ребята, ну что, приехали мы на первую точку. Сейчас будем проверять. Наугад, то, что наметили, там не покошено. Вот. Нам еще надо всем собраться, а потом уже будем решать. Но пока нашли единственный покос здесь. И сейчас мы его проверим. Сейчас мы его проверим. Все. Мистику нравятся такие вещи. Да. Колян уже утюг нарыл. Только ручку. Где это, кстати, беспроводной. А, может быть, да. Нормально, закинь его. Бабка об деда, наверное. Не убила. Надо положить, сейчас мистик приедет. Да, да, да. Ванька нашел, монитос. Ветер будет шуметь. Да-да. Васька, Васька, да, Сань? Ну, вот Васька. Так. Опа-на. Да. Николаевская что-то. Душка, наверное. Да. Перья. Блин, я даже хабарницу в машине оставил. Не надеялся. Начало положено. Вон, стоп, я ее вижу. Вот она лежит, роднуля. Советик. Я же прошел от этого места. 36. Две копеечки. 1936. Звук у него такой. Слышь, ня, ня. Тут. Тут-то я, тут-то. Так. Еще одна. А, видишь, еще не откапывал. Да-да, империя. Полушечка, наверное. Еще тут типа полушечки. Она мыть, да, скорее. А, или копеечка, копеечка. Николаевская, да? Да, Николаевская. Николаевская копейка, скорее всего. Ага. Николай Первый, полкопейки. Какой зубной счет. Полушка. Полушка даже Николая не Первого. Пацаны, Рарик! А? Полушка Николая Первого. Видели когда-нибудь? Первого Николая Полушка. Нет, вот, 53-й это год. Это счастливая щетка. Да. Снимает, как смотри. Налет. Окислость. Пряжечка. Непонятно, что это. Какая-то пряжечка. А. Какой-то набалдажничек. Или этот. Кулончик, может, нет? Типа такой, да? Да, кулончик, вот петелька была. Слушай, да, ты прав. Фоточка не сохранилась. Или там был прах. Прах любимый. Плакали мои денежки. Хочу сказать, это полный пиздец. Да. Там так и чего? Почему? Забрали. Да.
тут тебя нашли. Вот так хуйню всякую пока хвалиться. Вот да. Нормально. Хоть по размеру пока. О! Пятачина Екатерина II. 70 или какой там, 79. Фига себе. Идем мы искать постоялые дворы, где-то здесь были. Рядом со Срезнева. Андрей. Ой, что сказать, ребята, вам. А, вот ремарочка такая, пока мы идем куда-то уже в который. Вот мне передали такую фишку, что как бы в прошлую неделю у меня был пост такой серьезный, строгий. Я всех называл братья и сестры. Там какой-то, не буду выражаться, товарищ сказал, что я кашу под некого известного блогера. Ребята, читайте книги. Обращение братья и сестры идет испокон веков. Особенно оно принято в религиозной среде. Вы хоть иногда Библию открывайте. Поэтому если какой-то там блогер использует это выражение, это не значит, что это его выдумка, это его фишка. А это все классика. Ни под кого я не косил. Вот. А так ездим по Рыбновскому району. Как всегда, разведка у нас уже классика жанра. Вот приехали на место, где якобы были постоялые дворы. Ну разведка, а дальше Денис боем. Вам покажет, если будет что показать, конечно. Разведка боем, но да, у нас тут травища. Ну, можно ходить. Прям вот здесь вот были дворы, да? Прям... Я не знаю, насколько может эта карта точно быть. Его же вот здесь, что вероятно. Да. Скорее вот здесь вот, где высокая трава, я крапива. Знаю, прям настолько точно. Были сопоставимы карты. Ну, знаешь, как бы в то время Менда-то, я думаю, шутить не мог с картами. Да нет, конечно. На кол бы посадили. Пошутить, ему. Вот, снимаю. Стоял горы. Они почти охуенно, да, такие прям становятся. Единственное, что надпись только как бы стерлась. А нас будет потерик показывать? Разыскиваются. Ну так, не будем рекламу как бы вот делать. Да, нам пока не платят за рекламу. Один и тот закончился. Серебро? Ну, тогда под этот положу, под машину. Да не, наверное. Для кольца большая. Да. Гусь не обманул. Кольцо. Но не от этого. Да не кольцо. Ну, ладно, не кольцо. Кольцо. Кольцо братства. Они в какой-то тоже деревушке. Тоже вчера. О, колечко. Распаковываться тоже не будешь, да? А чё, у меня лопаты не... А, как у тебя нет лопаты? Ну, лопату мне Андрей должен был запасную принести. Привезти. Горовой? Да. И чего? Ну, наверное, у него она. О, мы сегодня с тобой приехали. Я в другой тачке МД бросил. Короче, мы сегодня как гусь ходим, наслаждаемся красотами. А чё, вот команда копателей. Ну, да. В этом тоже свой кайф есть. Есть чё? Не, вот я его вчера реально подъёбнул. И походу сегодня карма сработает. Тоже у нас красота. Пейзажи. Микола, подожди, давай в прямом эфире откопаешь. Ой, Микола. У всех сигналы. У всех сигналы, ну что-то пока вот. Возгласов пока. Трусы какие-то. А вот, поставил и двор. Стринги. Не, а подожди, там может это, запонка какая-нибудь серебряная. По любасу, ё-моё. С орлом.
Ну, в постоялых дворах же шмары тоже были. Вот полюбаша это какая-нибудь. Странный трюк. Видозных. Вот так пусть... вот мы и просираем артефакты. Пусть даже там будет. А если бы мы не подошли, полюбас сейчас смотрел бы. Сейчас вернется. Да, 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 да. На камеру. Вернусь сюда на автобусе, да? Да, да, да. Не, Макс, ну чё? Чё, нашёл, Макс? Запонка говорит. Кого запонка? Царская, да я шучу. А. Сань, левее, левее бери. Если вы повернёте голову налево, вы увидите покосы. А вон и комбайн. А, поле-то вон оно, туда еще хер знает какой, да? О, туда заворачивай, там постоялый двор был. Маленькое. Сань, за деревню надо идти. По Любашу. За деревеньку. Ну, ладно, Андрей, я давно хотел спросить, как ты стал кладоискателем? Как ты докатился до жизни такой? Таким серьезным тоном. Ну как я стал кладоискателем? Всем интересно. Да, да, да. С детства я вообще был поклонником археологии. Читал много книг. Классической археологии? Да, в основном именно археологии, так сказать, как она ух ты, называется. Блин, смотрите. Чего такое? Богомол. Ух ты, нифига себе! А вот сегодня Женя, а он кусается, нет? Он может так это фигачить лапами. Не слабо. Слушай, офигеть. И самку сожрать. Ой, самку. Самца вернее. Офигеть! Вот это чуха. Так, он меня сейчас не при... Ух ты, блин! Че, уля, у него. Смотри, его какой. Еще надо сфоткать. Смотри какой, а? Красавчик. Витек, гай, сегодня на себе поймал. Нифига себе. Он улетит, интересно? Подожди, улетит, он может летать, да. Он, я знаю, что он может летать. Чик. Все, ну-ка. Селфи есть. Он ждет, ждет. Офигеть. Атака. Смотри. Атака с маком. Смотри, он, видишь? Красавчик. Ну, лети. Ну, он так как бы это планирует больше, чем летит. Ну, вон, у него крылья-то есть, да? Есть, есть. Посмотри, какой красавчик, а? Давай еще вот так вот селфи. Сейчас. Замри. Все. Душка. Ты все снимаешь, да? Я и снимаю, и фоткаю. О, как все у нас. Ну вот. Как это, палеонтология называется, да? Вот. Палеонтология или археология, ты говоришь? Ну, археология, но меня больше привлекала в детстве именно палеонтология. Это вот кости динозавров, там, ага. Все вот эти артефакты. Потом я подрос, меня, соответственно, начала интересовать, у нас как рассказ, часа на полтора будет или покороче? Ну, мы там это, вырежем. Понял. Начала уже интересовать археология, старина, непосредственно монеты старинные, все такое. Начал коллекционировать это. Вот, а потом как подрос, все это забылось. Смотри, он не хочет. Ой, посмотри, быстрый какой чувак. Потом я подрос, конечно, уже другие интересы, все началось. И вот, спустя много лет, когда началась эра кладоискательства приборов, я купил себе металлоискатель. Какой у тебя был первый? Про первый лучше не вспоминать. Аська, нет? Первый у меня был, назывался Стелс. Стелс? Велосипед, да, 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 велосипед, да. Велосипед. Короче, это было в 2004 году, мы его... Эй, ты сними мне, пацан. Короче, в 2004 году, когда еще у меня вообще не было интернета, а интернет был у моего старшего племянника, он тоже заморачивался над тем. Вот он надыбал там по интернету этот металлик, назывался Стелс. Мы скинулись пополам. Ну, заплатили. Бешеных денег, наверное, да, стоило? Довольно, да, да, нехилую сумму. Прислали нам этот металлик, но оказалось, что это просто... Галимая херня. Он, короче, там было две настройки. Это громкость и чувствительность. И он одинаково пищал на все металлы. Ну, типа того. Типа пират. У Тесора все-таки тональность разная. А там была одна тональность. Ну, мы 2-3 раза вышли с ним. Накопали граблей, банок, чего только мы не накопали, запчастей от тракторов. Забросили это все дело успешно. И буквально прошло, считай, 8 лет.
7-8 лет. Когда я снова вернулся, уже начались везде все эти фишки, видео про поиск. Это уже какой год? Это уже 2012 год. Я посидел в интернете, почитал отзывы, и вот выбрал я себе терку 705-ю. Купил, и вот уже пятый сезон я с ней хожу, вполне доволен. И, кстати, вот я хочу рассказать, интересно, как я вот к тебе попал. Я уже был у тебя в группе, с тобой как-то не знаком был. И тоже смотрел всякие видосы, и вот я нашел белый копатель. Я смотрел твои видосы, там, вот, думаю, прикольно, так, нет, голос твой культурный нравится. А потом смотрю, у тебя там ссылка, типа, заходите в группу ВК. Захожу, смотрю, ёпта, а я же в этой группе есть. А потом еще спустя год оказалось, что ты земляк мой, да, подольский. Да, соседушка. То есть вот так свели нас судьба, все, и вот теперь у нас такая туса постоянно. Вот как-то так, в общем, да. Постоянно увеличиваешь. Да, с этим колдоискательством вот кучу друзей заимел, знакомых, в общем. А ты менять прибор не думаешь? А? Менять? Не знаю, не думал об этом. Нормально 705-й устраивает. В принципе, меня устраивает вполне, да. Ни разу я не видел, чтобы вот на выездах чей-то прибор прям всех сделал. Превосходил. То есть вот даже Поликарп ездил, Ярик. Он своей 250-й аськой надрал... 350. Надрал оба Деуса и 505-ю терку. Ну да, это все удача. Так что да, тут в нашем деле от удачи много зависит. От удачи и от терпения. Так что вот, ребята, такая история. Все, ставьте лайки за правдивую историю. Абсолютно. Слушай, офигеть, богомолов встретили. Даже я в руках не поделал. Доходячка. 17 рублей в одной ямке. Кто-то прикапывал, точно. 17 рублей вели... это Владимира Великого. Интересно, это в пользу чего-то найденного или просто так? Для начала. Он сам прикопал. Короче. А, нет, жаб. Еще? Еще? А, еще есть. Ага. Еще один серебряный. Горсть, в общем, выкопал. Закладуха. Зря я закапывал раньше. Вот она. Вот она. Фига, ты уже, да, даже определяешь по этому. Все, профессионал уже. Вот звук. Вам Адеус. 27 рублей с одной ямки, прикиньте. А если так дальше пойдет? То глубже, да? Сейчас Деус окупит. А что это, еще звонит. Да. Нахожу. Мне на пиво как раз не хватает. Не, по-моему, что-то левое, да? А, что-то есть. Да куда ты едешь? Цельная, смотри-ка. Этот какой-то ниппель. А, не, не, а мне показалось, пуля как бы, прям штычок. Типа ниппеля. Да. Слушай, а так даже лучше копать. Мне такой коп нравится. Тогда еще вот так попробуем, да? Да, да. Так что, ребята, вот приглашайте нас на канал, допустим, ТВ-3 мистический, да? Мы сможем какую-нибудь онлайн-передачу вести. Мы рассказать мистическую фишку можем. Опа! Опа, это бухарский дирхем. Бухарский, да, дирхемчик. Так, давай посмотрим. А похож, кстати, на этот, да, вот этот вот, как он, куфинистический. Куфический. Ну, какой-то куфический, да, 1000 лет до нашей эры. Понятно. Завод как, а, винзавод какой-то. Мы здесь, мы рядом. Мы все снимаем. Мы чтобы потом не думали, что каждый сигнал это монета, а то, знаешь, иллюзия начинающих складывается. Деус чудеса не творит, но... Опа. Уже какой-то, да, не совсем очень. Совсем другой. А, там он лучше. А, вот чем Деус хорош, что под железом он что-то чувствует, да? Хоть и проволоку пускай.
Уже лучше. Получше, да. Вот сейчас он туда морковку засадит. Нет, вот он. А, провод. Еще один бухарский. Классическая находка наших полей российских. Да, ребята, так что временно я остался без спонсора. Предлагайте свои услуги. Возможно, даже этот, как у нас там, ТВ-кварт. Может, на ТВ-кварт пойдем работать? Кстати, да, почему вы не приглашаете? Да, да. Мы местные. Я уже давно жду. Коренные жители Подольска. Можете пригласить нас на интервью. Ну и передачу заснять. Мы можем даже тоже... для вас сделать передачу. Да, да, в то же Пузиково приехать. Вполне. Да куда угодно. Я думаю, интересная была как передача. С юмором, и с историей, и с раскопками онлайн. Мы покажем, расскажем. Будет очень интересно, на самом деле. Да, вы многое упускаете. Кто там у вас главный? Как бы не за небольшие гонорары, а возможно первую передачу чисто как рекламу. Да, да, главное, как чтобы стартовый там только проект, да. Ну главное, чтобы да, наши реквизиты да, указали, да, да, и да, все. Так что вы подумайте. Да. А то все порываю, порываю. Надо немножко разнообразить картинку, а то порываю их уже примелькался всем реально. Ну что-то как-то пустовато, по-моему. Вообще. На постоялый двор не похоже вообще. Да. Там должно быть вообще. У меня вот где постоялый двор. Где товарищ вот? Да, там, там вообще у меня глохнет прибор. Просто я железо. Какой 24-го? 74-го. А, 74. Вообще поздний, да. Да, 74-го. 74. И пошли советы на выходе. А, 74-й, год моего рождения. 30-й год? Да ладно, ты сам подбросил его костюм. Карман-то зашил. А это закладуха деда старая. Да, 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 да. О, сохранчик. Советы. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Да, часы какие же. Копает, уже накопался на часы и на цепь золотую. Он просто не показывает. Совет откопал. О! Промотовочка, да? Все, пятак. Ну, он какой-то бр-бр-бр-бр. Да. Это алюминий. На ребре стоит. Хуйня какая, не, не монета. Такая... вон она, подожди. Вот она, круглая, вот она. Да ладно. Вот она что-то такое. Вот она. Я говорю, не так, но пробитый. Он... Да, 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 да. Пробитый не берем. Жуть, бог, там все было или нет? Умелые ручки. Это на дороге, да, может быть мусор. Смотри, его прям раздавило, да? И ушко целое. Mm-hmm. Да, я тяжелый. Все-таки я тяжелый. Приплюснуло. Блин, жалко, да, жалко. Это не тачка, это дрова, блядь. Да нет, вон тачка, впереди. Ну что она покошена? Ты вообще как-то покошена. Вообще потоптано просто. И что-то они далеко забурились. В лес пойдем вон там. Пушка, охуенная дорога, блядь. Вот такие дороги. Уш! Вообще просто, блядь. Я везде катался. Я БТВ. А где они? Они в поле. В лесу? А в каком поле оно все большое? Вон оно. Это
Ты за полчаса? Это здесь за полчаса? Ничего себе! Вообще до монгол один. Ну кого? Ну что, есть что? Да. Наши что там лазят? Там в деревцах что-то, ну, что ли было? Здесь вот он, две империи вырыл. А, ну трава позволяет ходить, да? Вот это что, это может быть от колокольчика? От колокольчика, да, стопудово. Ух ты, не знаю, что это было. От колокольчика. По старой что-то вообще карте, типа справа была вообще тут церковь. Да, да. Это даже не полях. Церковь, это какая-то часовенька. Типа а вы тоже, да, вот, у вас то же самое, да? Андрюха, а выдайте была, мне лопату. Да, 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 вон она стоит, бери. И вот еще. Еще что-то нарыл? Ну да. Подожди, а кто с тобой-то? Гусь младший? Куда же без него? Блин. О, ну это одна вторая, да, Бахан? Да. Еще-нибудь даже типа одна того, четвертая, может. Прям наверху лежал. Yeah. Все, погнали. Церковь вон там в отдалении сейчас ходит. Так, ну что, ребята, наши еще приближаются, наша банда. Ходить нормально. А что, можно. Церковь была? Да, ходить. Она была где-то вот в этих вот раньше. Вот может даже там кладбище в деревьях вот в этих. Ну, значит, это потом они уже новую построили. По картам здесь была. Ну здесь и дома, наверное, вокруг нее были. Все, ну, ну дома не дома, но ну жизнь была. О, видите? Туда смотри. Это что такое? Как ты думаешь? Это я не знаю, что это. Это, походу, царская дудка. Это кадила какой-нибудь, наверное. Мне кажется, или что-нибудь. Ну, церковная утварь какая-то, да? Не знаю. Стика, мере, с орлом. Орел царский. Царский, а с другой стороны? Другой улетел. Ты его ни разу, это не дюрбань, это музейный экспонат. Сейчас сфоткаю, подожди. Все в сборе, все на поиске. Копейка. Николай Первый. Одна пока, да? Да, ну я еще буду статуить по советской армии, что-то. Понятно. Ага. Зачетненько. Так, ну вот и у меня монитос. Сейчас глянем, что это. Судя по всему, полушка. Да, блин, жалко его. Большой. Это отсюда? Нет, отсюда только это. А. Это все что того. Накопали. Нормально. Чё-то Саня опять нашёл. Там что-то вот надёрнуло, хреново. Чёрный. Вон руки какие чёрные, смотри. Это отсюда? А это отсюда, да. Богато, богато это. Пятак. Ну или пятак, или трешка, хрен его знает. Ого. А это вы где до этого копали, да? Да, ну не все. Трешка отсюда. Ага. Еще там кучу. Дундель отсюда вот этот. Десяточка. Где-то угу. Со всей кучей. Ну десятка с другого. А так, это погодь. Для кладуха деду? Не. У нас таранщина пошла. Да, на тебе комплект вклад. О. Товарищам. А, посмотрим, подгон. Где будете закладывать. Добавим. Ну какой-нибудь. Это эстонские. Эпичное место вещи выбрать. Я его, правда, запаковал уже, но мы добавим, как мы сейчас придумаем. Ну, типа еще рядышком что-нибудь. Рядышком досыпем, да. Да. Лады. Давай, ну все, пойдет. Давайте тогда. Хороших сигналов подготовка. Хорошо, постараемся. Мы поскакали.
Минимум план выполнен. Серебро найдено. Ну да. Серебро зачет. Ну что, гоним на урочище, да, Колян? Да. Сейчас. Да. Да. Соседнее село. Не, кстати, на самом деле, кто там говорил, что там типа пруд и пляж? Это тоже типа заманчиво. С той стороны, вот там. Кого-то там пруд, какой-то там пляж. Вон там техника работает. Ну вот это урочище, оно же здесь вот как ручей. Оно было с двух сторон, получается. Я думаю, да. Ты прям так эпично стоишь, что ли? Сейчас два кирпича на голову. Уже по грязи шлепаем, да? О, лягушонок. Коля! Он где-то вот там. Где он? Вот там. Вот здесь я приду. Нужно в Москве чай пьет. А как идти, красавец? Это в этой яме поднял? Не, вот. Сразу три, блядь, в одной. Империи? Да, и где-то вот здесь, по-моему, пятак. Ну, что за империи? Золотой пятак? Золотой кутак, я. Кутак. Денис, что ты меня обманул? Не-не-не, еще, еще. Так. А, это та. Это, короче, блядь. Давай, я подержу пока. Старые. Нет, старые, новые, которые. Так, это тоже было. Вот он, сейчас оперли. Смотри, какой Николайка. О! Ух, красота. Ничить вообще прям такой ясный. Я больше зелененький. Больше не бросай. Копеечка, смотри, какая. Все с одной ем? Охуеть, да. Это сахар. А что разных годов? И вот это, вот это я что-то так не пойму. Некши. И вот он, а это подальше лежал. Угу. Сачок. Сачок. А тут как-то непонятно, да, что это такое? Красавчик. Ну да, какая-то такая хитрая канитка. Слушай, да монгол. Ну что, друзья, зачетно покопали, душевно. Все, что можно показать на камеру, вы, наверное, увидели. Что нельзя, вам и не надо видеть. А так, в целом, все нормально. Все с монетами, с артефактами. Багажник, снимай багажник. Ну, правда, опять у нас выезд спонтанный получился. Такой. Разведывательный, его уже нету. Сань, попробуй, я боюсь. Тебе кто давал? Это Алекс тебе давал, по-моему. Короче, все нормально. Смотрите наше видео. Заходите в группу, всем привет большой девчонкам, мальчишкам, Паше Хохлову. Также их родителям. Да, огромный привет. Вики Кулик. Как его это? Надюхом нашим, Ореховой, Алешиной. Гали, с днем рождения тебя. А, вот, точно, точно. Счастья, здоровья, всего-всего наилучшего. Да, йоу, ты сейчас, конечно, в Австралии уже, но мы о тебе помним. С днем рождения, дружище. Всех благ, короче, всем. Да. До встречи. Все, всем пока. Всем пока. Привет и передашь. Кому? Ладно, сам себя увидишь. Да. Все, давайте. Счастливо. Все, всем пока. Подписывайтесь, да. Ставьте лайки. До новых встреч. Energy I'll conquer in my soul. This is real. These nights are getting shorter in my soul.